Всем привет, подписчики. У меня все нормально. Даже после тяжелой операции она старается улыбаться. Настя Подосинина, девочка, с которой 10 лет назад началась история марафона «Твори добро». Ребенок страдает от редкого генетического заболевания. Ее кожа легко травмируется, поэтому она вынуждена постоянно носить бинты. Жил единорог. Нашел он цветок, посадил его в горшок. Поддержку семьи оказывает едва ли не весь город. Благодаря своевременной помощи удалось сохранить пальцы на руках, не допустить их срастания. У Насти это удалось сохранить при ее тяжелой форме заболевания. То есть там коллаген вырабатывается от 0 до 10%. То есть это очень сложное заболевание у Насти. Ребенок растет, а вместе с ним растут и потребности в перевязочных материалах. Только на них в год требуется более 2 миллионов рублей. То есть если мы поможем вот в этом объеме, ну это будет колоссальная просто поддержка этой семьи. Помогают организаторы марафона и другим детям из Нового Уренгоя, Красноселькупа, Югорска. Своими успехами делится семья Ждановых. Я пуаде. Раньше Вова не понимал обращенную к нему речь, не реагировал на просьбы. Чудеса начались с приходом в их дом Деда Мороза. Сказочный волшебник увидел особенного мальчика и рассказал семье про марафон «Твори добро». Они обратились к организаторам и спустя время получили 1 300 000 рублей на лечение в Израиле. Мы очень благодарны, это просто словами не передать, насколько, потому что это просто, мне когда позвонили, сказали, что сумма собрана, и вот можно, это просто прям, ну, это чудо, правда. Этой осенью поездка состоялась. У ребенка наметился прогресс, а благодарный папа привез со святых мест икону в подарок волонтерам. Это храм святого Герасима. Он построен над пещерой, где Мария кормила Иисуса Христа грудью. Вот, значит, я приобрел эту икону для центра, и она освящена в этом месте. Всего за 10 лет неравнодушные жители Ямалой Югры пожертвовали более 25 миллионов рублей. Очередной благотворительный праздник состоится 10 декабря. Организаторы надеются собрать 4 700 000 рублей, чтобы помочь 8 детям. Анна Мирошниченко, Павел Смаровоз, «Время Ямала», Новый Уренгой.